Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Как повлиять на свое активное долголетие и что же нужно делать, чтобы это долголетие было действительно активным? Сегодня большое количество фармакологических препаратов, засилие практически фармакологических препаратов, они решают свою узконаправленную задачу, то есть помогать... На короткий промежуток времени. То есть помогать тогда, когда организм пришел уже в дисфункцию, и там их влияние абсолютно неумолимо. Но мы с вами поведем сегодня речь о долечебной практике, то, что должен каждый из вас знать, делать. И который может сам каждый себе оказать эту помощь простыми, эффективными методами. Человек – живая система. Вы не поверите, мы живем в окружающей среде. Вокруг нас находится масса агрессивных факторов. То есть у нас происходит накопление факторов, токсинов из вдыхаемого воздуха, с употребляемой пищей, продукты питания сегодня, что чего греха таить, они практически имеют большое количество токсических факторов. Различных консервантов, загустителей, улучшителей вкуса. Все это нашему организму не нужно. Это все дополнительные вещества, которые складируются в нашем организме и зачастую отравляют наш организм. Что делать? Как помочь организму? Какой же выход? В этом есть выход, конечно. В этом есть выход, и причем выход очень серьезный. Вот за этой программой она называется одним словом Coral Detox. Это результат многолетней работы, я бы так сказал, как минимум 9-10 лет работы. Вначале это были чисто экспериментальные работы для того, чтобы для себя лично понять, насколько эффективна эта композиция Coral Detox. И потом уже, конечно, были результаты собственные и результаты тех потребителей, которые пожелали очищать свой организм от шлаковых токсинов. Так вот, памятуя о том, что 80% в нашем организме – это водорастворимые токсины. И которые можно вывести только с помощью воды. Поэтому... Вам предлагается именно композиция из природного обогатителя, каким является Coral Mine, то есть это в измельченном виде природные кораллы. И второй участник на водорастворимые токсины – это самый современный антиоксидант, который называется H500. И вторые участники, которые будут воздействовать на жирорастворимые токсины – это самый эффективный, на мой взгляд, сегодня из предлагаемых вот на рынке – это ассимилятор, который является комбинацией растительных компонентов и которые не вызывают привыкания к употреблению этого фермента и дает возможность полноценному качественному перевариванию. Причем пищи. Этот фермент растительного происхождения не выключает собственную ферментативную систему человека, а только ей помогает, что чрезвычайно важно для нашего организма. И второй компонент – это корал лецитин. Лецитин, главное его свойство, мало того, что он обеспечивает хороший желчный отток. Лецитин – это участник формирования защиты мембраны клеток. Причем особенно важно именно мембран нервных клеток, миелиновых оболочек. Поэтому лецитин – чрезвычайно хорошее средство для того, чтобы сохранялась ваша память, чтобы хорошо работали ваши мозги, чтобы хорошо работала вся ваша периферическая нервная система. Лецитин защищает печень, лецитин защищает периферические сосуды, капилляры. Лецитин участвует в переработке токсинов и эффективному выводу. Он даже помогает эффективно до конца перерабатывать гормоны, холестерин. То есть лецитин – это то ваше условие, которое нужно каждый день, и вам в этом потребность. Поэтому все это находится в удобной форме, представлено вот этими четырьмя основными продуктами, но природная зарисовка, живое все надо поить и кормить. Так вот, полезные бактерии, они, оказывается, кушают клетчатку. Ну, представьте на миг, сработала печень, выделила желчь, хорошо сработала поджелудочная железа, выделились все ферменты, все переварилось. А самый конечный этап, результат, где это должно вводиться, толстый кишечник, а там... Значит, закон. Нужен субстрат, который бы все это на себе собрал и вывел. Чтобы стенки кишечника не забивались вот этими отходами каловыми массами, а эффективно каждый день
выводились вовремя. Вот клетчатка выполняет такую функцию, помимо того, что она является главной питательной средой для бифидо- и лактобактерий. Главными источниками клетчатки являются фрукты и овощи, особенно овощи. Своего рода зубная щетка для кишечника. Это зубная щетка для кишечника. Поэтому мы вам хотим сказать, что система Coral Detox – это… Универсальная система для вывода из вашего организма шлаковых токсинов. Более того, я хочу сказать, что это достояние нашей компании, потому что это подход к физиологическим проблемам, которые включаются в организм. Это профилактика многих ваших проблем со здоровьем. Это действительно реальный путь в активное долголетие. Более того, я хочу сказать, что подобная вещь рекомендована и людям, у которых уже развелись заболевания на любой стадии. У нас есть опыт и то, что мы сегодня говорим, и люди с онкологическими проблемами, и люди, которые употребляют химическую терапию в разных вариантах. То есть противопоказаний здесь абсолютно нет. Это показано беременным женщинам. Сегодня наши результаты – это рожденные дети в бесплодных браках, потому что когда мы подходим целенаправленно на ликвидацию токсинов в организме, когда мужчина и женщина планируют правильно свои зачатия, беременность и выхаживание этих детей, действительно, вот нам за эти годы, уже за 13 лет работы, что называется, всякий раз дух захватывает от того, что мы получаем все новые и новые результаты. Поэтому, если вы хотите жить долго, если вы хотите жить счастливо, если вы действительно любите себя и своих детей, своих близких, ваша главная задача – заняться профилактикой старости. Начните с себя. Начните с себя. Вы каждый день чистите зубы, да еще два раза в день. Вы каждый день осуществляете гигиенические процедуры. Займитесь, пожалуйста, гигиеной своего тела изнутри. Удачи вам, счастья и благополучия вместе с нами. И в добрый путь.